Сегодня у нас 3 апреля 2018 года. Вот снежочек у нас идет. Пока еще борьба происходит между весной и зимой. Вот. Но ближе к Пасхе вроде обещают уже плюсовую температуру. Хорошую такую. Вот карамелечка. Собачка хорошая. Ну, собачка. Здесь вот вовсю штукатурится все. Вот сейчас еще покажу, как брат у нас тут, Игорь, работает. Это одна из любимых его работ. Да? Очень. Ну, ты сам знаешь. Ну да. Я у Баптиста, когда работал в бригаде, и делали женщине одной ремонт. Она была дизайнер. Может, и сейчас жива. Молодая, симпатичная такая женщина. Стройная. И она этим ребятам, баптистам, ох ты, я заморился случайно. Давала хорошие заказы, потому что она хороший дизайнер, такой модный, в Барнауле. И они вообще хорошо так лохматились в деньгах. И я был знаком с ними, с баптистами. И они меня взяли к себе в бригаду. Не хотели сначала брать, потому что я с бородой и старый. Мне тогда 40 лет было. А им там 25-30, максимум 30. Бригадир там, Виталя. Сейчас уехал он. В Краснодаре живет. И вот они мне, он первый раз меня поставил, они делали там разные комнаты, у них там двухуровневые было. Короче, они взяли с мужем, магазин купили на Змеиногорском тракте, там, где домики семиэтажные. Если ехать отсюда, по левую сторону, красивые такие домишки, ну, для богатых такой, людей там райончик. И они взяли магазин, там должен быть магазин, что-то там не случилось, и решили, что там магазина не будет. И продали им как просто квартиру. И там полуподвальное помещение, первый этаж, и на первом этаже прям как вот магазины, и там такие большие площади с колоннами, там все. Ну, в общем, там все отделывают, такие молодцы. А мне дали, доверили спальню, у них маленький ребенок, ну, года два ему, там еще такая как кроватка. И вот такая где-то спальня, ну, чуть побольше, может. Ну, вот, говорит, делай их. Задание дал. Ну, такая же акриловая шпаклевка. А нет, там витанит был. Я должен был сам развести. Все, и говорит, сделаешь только не за два раза, как обычно шпаклюем, а за один. Виталий это говорит, за один. А потом мне оказывается, что я мог бы и второй раз пройти. Ну, уже после того, как подсохнет, чтобы уже так чисто гладко сделать. А я думаю, ну, сказали за один, значит, за один. И я за один раз выводил. Там надо миллиметр полтора, наверное, два надо было. Я все вывел, все сделал. Говорю, ну все, как ты сказал, за один раз он подошел. Ну, я шкурану уже, так потрогал. И говорит, как за один раз? Я говорю, ну ты сказал за один раз, я за один раз. Он такой, ладно, сейчас, подожди. Приводит всех, человек пять. Говорит, вот, знаете, трогайте, они все трогают. Да. Ну что, вот так вот, как Игорь, работаете. Я до такой степени удивился. А для меня это было как здравствуйте. Мне так интересно было это. А тут как бы женское такое занятие. Очень легкое. Ну, до поры до времени. Пока на какие-то объемы не перейдешь, там где-то по 200 квадратов. Тогда становится уже понятно, что и не только женщинская, но и мужская. Так, вот тут переход, немножко вот, на сантиметр туда провал идет. Угу. Поэтому тут придется уже, как говорится, на сильно милым быть. Делается это все за два раза. Первый раз наносится вот снизу вверх, потому что так удобно. Так вот проходишь последним разом. А вот эти вот разные пустоты, которые остались после цемента, цементной штукатурки, их заполняешь вот вручную вот, маленьким шпателем. Шпателя кнауфовские, они очень удобные. Надо брать хорошие шпателя, не мелочиться. Если уж собрались хороший ремонт делать,
или попросить у кого-то там, у кого есть. И обязательно Knauf. Они такие блестящие, и всегда помоешь их, они такие приятные, никелированные. Володя, знаешь? Ну да. Он часто мыл, очень даже, да? Вон они такие, да? Отработаны. Здорово. И прямо вот именно, глядите, одно удовольствие. О, как хорошо. Широкие. Во-первых, они широкие, видите, они шире, чем вот наши. Наши тут нету, у Володи там есть. Они наши узкие, вот так вот, где-то вот такие. А эти вот широкенькие. Хорошо раствором много ложится. Ну, как раз для таких стен. И опять же, тут не элитная у меня никакая отделка. Это все для того, чтобы удешевить. Но зато все будет беленькое. Посмотрите, какое все серое. И посмотрите, какое здесь. Но это еще не все. Это еще не та ровность будет. Когда второй раз пройдешь, на второй раз, ох, и будет ровненько. Оно будет идти уже вот без ветви, вот эти вот полоски идут. Все такие полосочки. Их вот хорошо видно. Угу. Вот тут это все от того, что цепляется цемент. Цемент зацепился, прокатился. И все. И вот разные шероховатости здесь встречаются. И поэтому за первым разом еще, когда проходишь, не так видно всю ровность отделки. Но когда, видите, уже беленькая. Уже лампа будет гореть, уже отражает беленький цвет. Да. Все. Ну вот стена на первый раз сделана. Второй раз не будет этих ни полос, ничего. Все будет белое. Но для этого должна, чтобы она подсохнуть. Ну ты знаешь. Да. Обязательно. Я для всех рассказываю, тебе напоминаю. Угу. Чтобы это... Тебе тоже придется. Так, видишь, так не идет. Поэтому вот проходим снизу вверх. Договорились. Идем снизу вверх за первый раз. Все. Снизу вверх. Ну, там, сверху вниз, но это не влияет, это одно и то же. То есть идем вот так. А потом будем идти только вот так. То есть ляжет эта краска, шпаклевка ляжет друг на друга крест-накрест. То есть так и вот так. Вот так грунтуют картины. Прежде чем рисовать картины, делают грунтовку, наносят. Угу. Несколько. Раз вот так наносит, потом вот так, потом опять вот так, когда просыхает, и потом рисует. Точно так же папирус делали. Папирус, тростник этот египетский резали, раскладывали его, там, допустим, стебелек сантиметровый. Они его напополам, еще раз напополам, и получается там на 4, на 6, на 8 частей там вот так раскладывают его. И вот так его разваливают. А потом крест-накрест, еще такой же тростник вот так делают. И потом еще раз. Вот чем больше крест-накрестов вот этих вот, тем дороже он стоил, этот папирус. Папирус это папирус, как сейчас, это по-немецки вообще, это бумага, тетрадь. Так, ну что, мне надо сюда переходить. А, еще много, да? Ну да. Так, ты что, за хлебом? За хлебом, но я сейчас еще это брата засниму тогда. Ага, хотя бы... ну иди заснимай, тогда уже все подряд. А я тогда... нашего брата Никиту, чем он там занимается. Ну вот брату Игоря зашли давно в дом. Вот это мы сколько лет с ним тут старались, тоже делали всю эту отделку. Все эти... О, ворон двери не закрыл. Так вот. Слава Господу нашему. У него вот распятие есть. Вот. Комнатки такие небольшие. Тут у него сестренки живут. Он брат ходит там, трудится на компьютере. Вот. Здесь вот у него тоже у брата еще одна комната есть. Вот она у него. Это у него обои такие сделаны, что книги стоят в виде книг. Это все у него воображение, где бы он мог бы пожить бы хотя бы временно. Так. Это вот у них все тут. Вот она лежит. Собачка еще вторая. Джессика ее зовут. Да, Джессика? Но
Ты уж такая квадратненькая становишься. А, кормят тебя, любят тебя хозяева тогда, а? Платочки сделали. Кто-то говорит. Взять-ка. Вот. Это вот работа брата Никиты с Игорем. Они тут вместе трудятся. Ну, вот так вот. Ну что, скоро обедаем? Скоро обедаем? Ты только думаешь. Сейчас уже. Сейчас он там чуть-чуть зашпаклюет еще. Это Санта у них, кошечка такая ласковая. Да, Санта, Санта, Санта. О, вот она, умница какая. Пушистенькая. Хорошенькая. Вот. Здесь вот кухня. Вот так вот. Чё, брат, можешь покажешь, что ты там занимаешься вообще? Ну, смотри. Ну, что-то смотри, думаешь, я что-то пойму, что ли, что тут? Что это такое вообще? Разрез какой-то или что это? Разрез, да. Один из многих разрезов. Ну, вот, чтобы было примерно понятно. Лист размером вот А2. Кто разбирается, вот. Угу. На А2 вот такой рисунок. Вот их около, может, десятка три. Ну, тут всяких полно карт. Все по всей показать, не переказать. Вот тоже. Это А3 тоже на полностью на А3 формате. Тоже вот карта. Что еще? Так, 10-тысячная, вот кажется. Вот это та же самая. Угу. Нет, не другая. Другая, это другая. А да, что там показывается, вот это белое-то? Ну вот это. Ну тут, считай, что тут яма, короче, такой, глубина, шурф такой, здесь и здесь. Тут копается, достается какой-то пласт там земли, там глины, промывается, смотрится, сколько там золота в нем. И стоит ли разрабатывать этот участок или не стоит. Потом получают разрешение, и вот они идут, не знаю, как они вверх идут, или сверху вниз, или снизу вверх. Вот тут они все роют, копают, моют, роют, копают. Вот. Это рядом с этими, с ручьями, да, идет, или как оно происходит? Да, это прям... По устью реки, вот река Березовая тут находится. Вот. Ты залив, никто, кто разбирается в географии, хоть немножко он поймет, что тут написано. Что еще? Вот самая такая работа интересная у меня была. Сколько мы этот карту уже. Из года в год мы все ее новое что-то делаем с ней. Так, 29 на 3. Вот. Вот считаешь, вот это А1 формат, вот это А1. Uh-huh. И вот таких А1, вот 2, 3, 7 штук. В одну карту огромнейшую складывается, которая тут поместится на полу положить как ковер. Ничего себе. Ну вот тоже тут река течет, тоже тут. Вот тут. Ну если сверху смотреть, вот это вот река течет. Вот. А вот тут техника прибывает, там, не знаю, сначала геологи там с лопатами, там, если это проверить. Они копают, смотрят, есть ли тут смысл сюда вообще гнать людей и технику, чтобы они тут что-то работали. Если они промыли, то участок решили, что да, стоит сюда что-то везти, они там уже. Выше по инстанциям передают что-то, они тут уже приезжают всякие люди, тут всякие хорошие, нехорошие, курящие, матерящиеся, как обычно, такие всякие. Начинают тут усердно матерясь работать, добывать золото, которое так нужно, наверное, экономике нашей страны или еще кому-то. Ну, тут всякие кусты, это кусты называются. Дальник, это тут за линия, тут высота над уровнем моря. Или над уровнем моря, там, относительно чего-то. Что-то еще есть. Так это только карты, потом еще всяких таблиц, всяких списков, всяких документов еще целая гора. Что-то полная жесть. Это просто, это высоты тоже относительно. Каждый шурф, который копается, это нужно зачем-то знать им, доподлинно прям. Какой-то шурф, какой он глубины, какого он запаха и цвета, это все нужно знать, потому что без этого они никак тебе не дадут там работать. И ты должен там предоставить все, прям заглянуть туда в глубину и... И всем дать этим людям, да благословит их Господь. Ну, тут полно такого, тут тоже, вот опять же, это все одно и то же, только в разных вариациях. Там в виду рисунка, теперь тут в виде уже цифр. В общем, жесть полная, что-то еще сказать. Казалось бы, что тут такого, да, а на самом деле сколько времени отнимает. Ну, не, чтобы вообще... сразу там по-нашему, то есть без всяких... документов, приехали, поработали. Как по Терявке, да? Ну, а там людей, которые занимаются этими бумагами всякими, еще больше, чем этих работяг, которые там корчатся, раз в 10, наверное, или в 20,
которые просто стоят над ними, вот так вот, руки в пояс уткнули, смотрят там, как там все по правилам, да нет. И себе копеечку слизывают в карман. Вот еще какая-то карта я нарисовал. Я вообще даже не знаю, вот это зачем она, кому нужна, кому-то, значит, раз надо. Всякие тут названия, такие экзотические, река Ингара, там какой-то степной Аламбай, прям думаешь, вот прям только приехать там и на природе отдохнуть там, где-то пройтись, а тут нет, короче, там люди там работают, в общем, там даже погибают там на работе постоянно, там что-то такого-то придавит по пьяни, там, ну, не буду говорить ничего, там, что я не знаю точно, в каком роде. Угу. Ну ладно, брат, спаси Христос. С Богом. Ты уже сколько здесь трудишься-то? Четвертый год. Четвертый год третий. Уже? Ну, первый год мы тут работали там с кирпичами, а четвертый год конкретно вот с этим всем компьютерным делом. Ну ладно, Бог помощь тебе. Да. Ну вот. Вот сейчас время уже без 15 час. Вот скоро уже будет обед. Помню, брата, зеркало. Можно все рассмотреть. Какой запах-то тут идет? Красивый, да? Да, хорошенький. Хорошенький, ну. Плохо, что видеокамера еще не научилась передавать запахи. Специально они делают краски с запахом. Я красил богатыми, такими дорогими. Там банка 5000-8000 стоит. Ничего себе. Там такой запах, как вишня какая-то или что. Специально делают. И что, он остается этот запах? А? Остается, когда высыхает-то запах? Нет. Нет? Остается корочка такая. На краска коркой прям застывает. Ее прям можно так вот потянуть, если... Ну, там в некоторых местах, где плохая грунтовка, угу. С краю вот так прям тянешь, она прям лоскутом обрывается, как материя. Отличная краска. Ей приятно так работать. Вот такой фигни, какой у нас не было. Ну, как у меня. Помнишь, когда ты красил, еще не, на три раза уже пришлось красить. Ну, да. Там такого нету. Ну, она ложится четко, идеально. Ну, на один раз ничего не закрашивается, но зато на второй раз ее мало-мало надо уже. Она все покрывает. Ну, под нее основу хорошую надо делать. Ну, богатые люди все могут позволить. Ну, да. А потом они лет 100 не заглядывают уже на потолок. Он напоминать не будет о себе. Все. Практически он навсегда. Чем хороши вот эти новые технологии, по новым технологиям изготовленные вот эти вещи. Когда мы сделаем мне ремонт? От такой печи, как будто он вчера сделан. А уже лет 6-7 как сделали. И все, я даже не думаю о том, что оно отпадет или что. Ничего не отпадает, все на своем месте. Здорово. Да. Вот. И на Тихоновича как бы это донести, опля! Да. Как бы донести, что один раз-то сделали, больше не надо будет. Потом лет 200 никто не псуется, но и нет. А вдруг что-то не так? Лучше клен в очередной раз закопаем. Клен хорошее дерево. Хорошее, для деревни особенно. Замечательное. Что бесплатное, оно как сорняк растет. Единственное, только в нем недостаток, его никогда нет прямого у нас. Ну да, это точно. Чего не сказать, допустим, о Канаде. Родоначальники клена. Вообще говорят, что здесь же клена не было, почему он так как сорняк? Здесь не было клена, когда был Ермак или что. Его сюда завезли вот с какими-то семенами из Канады. Он уже размножился, да? Да, он сам размножился. Клен этот. Клен не рос. Он, естественно, ассимилировал. Не такой, как в Канаде. Он у них огромный растет, прямой. А у нас уродец какой-то. Но зато твердость он своего, как говорится, прародителя унаследовал. Ну да.
Его, если он высох, то все, его пилой пилить очень не просто. Ну и вот так и береза, она тоже высохнет, гвоздь не забьешь. Да, вообще, береза тоже. Единственный у него плюс по сравнению с березой, что он в земле дольше стоит, а береза быстро гниет. Да, да, это правда. Да. В этом плане он просто великолепен. Ну вот придется к этой стеночке еще раз вернуться, для того, чтобы ее всю забелить, и уже никто не увидит, что тут было. Помнишь, какая у меня внутри кирпичная кладка была? Страшная такая, из таких кирпичей могутных. Все сделали такой, как яичко. Прям я так подходил щекой, терся. Так приятно. Как будто по бархату кому-то. Думаю, да как же так сделали-то эти люди, а? Кто же придумал-то все это? Да. Кто-то же голову ломал над этим. Что работает, видишь, Игнатьевич, у него что, какой минус-то вот это. Он не работал такими вещами еще, он не представляет, как это все приятно работается, быстро и не так долго, в принципе. Надо, что сделал, и все, и забыл. А все чисто, и лишнее электричество не надо тратить. Ведь светлее намного. Зачем тебе лишний раз даже свет включать? Это сейчас ты включил, просто чтобы это... Ну, чтобы снимать. Снимать, потому что все стены сейчас пока серые, поглощают все. Ну. А с этими бетоном было, и тут столько пыли было, сейчас пыли будет мало, меньше. Если вот тут бы ворота как-то сделать. Ворота, да, даже комментарий в одном ролике. Который, да ты что? Да, правильно вы сказали. Почему, говорит, ворота дырявые? Говорит. Да, ворота поменять, говорит, надо. Совершенно верно. Пускай мне денег пришлют. Я поменяю. До такой степени отчет буду вести. Каждый, за каждый квадратный сантиметр и рубль. Все, все сделаю как надо. Только пускай присылают побольше. 1035 ворота стоят. Какие они хотят. И потом засниму и скажу, да? Ты прям всю правду скажи, скажи, он бедный, как церковная крыса. Ну, мышь, в смысле, мышь лучше, крысу не надо. Крыса поганая вещь, а да, мышка хороша. Хороша, да. Бедный он, поэтому нет у него деньжат. Ко мне уже подходили неоднократные соседи. Говорили, что ты позоришь тут наш край? Мы тут все, у нас тут все великолепно. А ты вот такой один. В семье не без урода. Не могу же я пойти подворовать где-то. Но я все-таки верующий. Да. Поэтому смотрите пока, братья или не братья, вот на такие ворота. Если кто смотрит, кому интересно все это. Это с какого года ты примерно, брат, начал дом строить себе? С 2003-го. С 2003-го. Считай, 15 лет уже. Да, ну сначала пришлось убирать дом, который здесь был. Ушло 2 года на это, 2, ну, полтора. Потом тут участок разработать, потом начал подготавливать документы. Но это неправильно сделал, надо было сначала, прежде чем дом сносить, пригласить сюда БТИ. И тогда все пошло правильно. Мне Севастьян подсказал, но поздно. Когда он мне начал подсказывать, у меня оставалась одна стена тут от этого дома. Одна, так. Я говорю, у меня всего одна стена осталась. Он, что ж ты поторопился-то, говорит. Сейчас, говорит, тебе будет сложно. Неправда, неправда, было очень сложно. И больше 10 лет я делал документы на дом. Да, 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 да. И только где-то в 16 году с мамой мы вдвоем, да там еще не без помощи Божьей смогли. Так, ну что, все, ты все. Идешь? Да, все, на обед. Ну, давай. Богом. Богом. Слава Христу.